Мы продолжаем проходить игру Borderlands пресиквел. Так-то да. В прошлой серии мы добрались до завода, где производят погрузчиков, и теперь нам нужно собрать первый прототип такого погрузчика с военным искусственным интеллектом. Чем мы сейчас и займемся. Ух, рвануло-то как. Just didn't have the resources on Helios for my project. And there was all this old dull tech just left lying around. They gave me an escort team, but the scavs chewed them up pretty quick. I wonder if that's what happened to them. Anyway, then I was on my own. I knew they'd send a rescue party though. Never stopped hoping. Yeah, Hyperion didn't send us. I did. But you're Hyperion. Oh, bruv. They're the coolest company. Best 3 years of my life. Would never want to work for anyone else. You picked a winner here, Felicity. I don't want to count talks before they're hatched, but you know what? I think you're right. О, классно. Ты там еще живой? Да. Тут кто-то травит жестко. Да, есть какое дело. Что-то у меня как-то автоприцеливание это стало работать. С горем напополам. А ну, скотина. Да. Лови вот так. О-о-о, красота. Красота! А что это за хрень? Королева торков. Короче, тараканов. Королева тараканов. Готова, королева. Ой, еще какая-то королева прибежала. Все? Супер. Лунный ка... Да... Ядрить, мадрить. Он тут земли нарыл. Лови это. Ух! А ты где там вообще тусуешь? Прикрываю. То есть я тут в самой гуще, а ты там типа прикрываешь? Я понял. А мне достаточно отсюда стрелять. Ой, надеюсь, долетит? Нет. К сожалению. А вот так? Ну да, этот долетел. Так, кто тут еще? Ой, ну ладно, полегче. Ха-ха-ха. Супер. Да ладно, как раз типа убил, а он еще есть. Дай в хэта попаду. Во. Да блин, красота, вот это вообще. Осталось только патрончиков подсобирать их. Кто там такой вообще дикий, как зверь? О, тут кислород есть. Это он такой. Двухзарядный зачищатель. Зачищатель? Да, и полуавтоматический ПП. А, это дробаш. Полуавтоматический полупи***др. Ну ты завернул. Ой, а чё они ждали-то? По-моему, не все ушли от возмездия. Ох ты!
Sorry, bro. Мне кажется, надо взять RPG. Я его уже ушатал, пока ты RPG доставал. И тут еще один пришел. А, он с кабины ему лупишь, там мощь просто одна за одним. Вот мощь. Понял? Вот это была мощь. Ну так-то да. Кто? Ну вот. Кто это сделал, блин? Кто? Что за... Ох, боль! Я тебя поднебу, дружище. Ты только держись. Он улетел. Ты стволом зарядил в него. Говнецо. Еще говнецо. Так, тут есть как раз магаз, надо спихнуть все, что не нужно, и купить патронов. Особенно на вот этот Railgun. Уж быстро они расходуются, когда выкидываешь его. Все, красота. Let's go. Finally here. So, this is the birth canal of my new robot army, huh? Yeah, this is where I was doing most of my work before the staffs came and forced me to be their medic. We'll need to clear the area of them before getting to work. Buy a gun already. I'll always buy guns you don't need. Так. Я думал, он будет продолжать говорить, но он не хочет. Ракетница какая-то. Серьезная. Лажа, по-моему, наоборот, все короче. Оружие действительно дерьмовистое. О! Взрывная волна. Громила, тут тебе есть модификатор класса. До свидания. Сейчас я установлю все, что надо. Ой. Вот это взорвало. Ты там уже веселишься? Да я прошел чуть вперед, а там типы. Да я бы убил уже. Я еще никого не убивал. Так я продал, что, ну, можно было не резать. Да кто там такой? Ого. Это больно. Блин, вы достали. Это чертовски больно. Мужики, простите, но вы достали меня. Меня тоже, я достал снайпу. Что такое? Болезненно, да? Готов. Где-то еще кто-то. А, они наверху. А вон летает. Давай падай. Ох ты, нифига, он меня нагнул. Но я его... Блин, кто его убил? Ты? Я. Подними меня. Я думал, я его не убил. Меня оттолкнули. Давай быстрее. О! Я упал. Вот добью, дай. Ох ты. Что, не нравится? То, что шатается, взрывается.
Сейчас я достану волыну, разберусь. Да, блин. Они серьезные ребята, я хочу сказать. Ну давай. Да. Блин, я умер. Офигеть. Ну я знаю, как с ними нужно разобраться. Сейчас я это все сделаю. Нет, они не то что крепкие, просто мало жизни. Я бы так сказал. Да нихера себе. Я со своей снайпы тупо ему в голову. Мощь, мощь, мощь. А он почти целый. Понимаешь? Вот как фишка. I don't know about this place. Kind of looks like a junkyard. Are you sure we can build something badass up in here? Of course, bruv. The scavs make it look way worse than it is. First thing we need to do is restore the main power. Head over to the breaker room and see what's what. Я не мог тебя поднять вообще. Я, может, это из-за того, что я Е нажал. А, ты, да, ты возродился. Я жму поднять тебя, а ты раз. И ушел. А куда ушел? Не сказал. А вот мне интересно, откуда те типы вышли? Там есть что-то интересное? По-любому есть, да? Нам как раз, кстати, наверное, туда. Да. О. Модификатор класса Громила H2. Урон от огня и скорострельность и лазер-точность. О! Лазер-точность я возьму, лазер-точность. Я люблю, да. И скорость. На-на-на-на. Где там? Вот она. Как заряжу. Да, она. Let's see if we can get you in through the window. Let me see if I can get the cover down. You can never go from here. Those guys are rude. Looks like scavs have barricaded themselves inside. That security glass is vulnerable to cold. Reckon you should freeze and smash. Там орёт. Кого? Спокойно. Да ну. А ну снайпа. Да он делся, только что был. Там. Да вот он сейчас. Ха-ха. Блин, не дал мне посмотреть, какие здесь пушки есть. А ни хрена тут хорошего нет. Нормально, о! Не бей его, не бей. Нормально. Я думал, ты уже со всеми там разобрался. Да, они прибегают. А, сволочи. Меня только что тип с дробовика так вынес. Куда полетел? Ух ты. Да, мне бы поднять, поднять я. Тебе поднять, да? А, откинули меня. Держись. Последний шанс у тебя. Держись, я поднимаю. На. Ешь. Нет, ну по-моему эта пушка как граната крайне эффективна. Okay, let's get down to serious business now.
The first thing we need to do is complete the eye part. That's the really clever bit. I already have the process set up, but we'll need the material from a few of the security bots. I was never able to get them myself. Let me guess. All brains, no balls. Yeah, something like that. The little buggers pack quite a punch. Head back to the security office that looks over the main room and call them in. Of course, that might attract more scavs too, so be prepared. Вызвать роботов-охранников, уничтожить их и собрать части. Ой, это такая лажа, ты себе не представляешь. Да? Винтовка как говнецо? Это, по-моему, пулемет вообще. Он стреляет очень криво, без прицела, без правой кнопки, понял? Опа. А кто-то был. Кто там? А нет. Роботов-охранников, надо. Не, где-то мне попался кто-то в цель. А, это, наверное, тебе попалось. Не могу, когда она так делает. Тебе попалась, скорее всего, это... бочка. Просто эта приколюха еще на дома надо было. Что там, как дела? Нормально. И это роботы-охранники? Одну гранату к ним. Кстати, насчет гранаты, хорошая идея. Только не говори, что тебя поднимать надо. Не надо, не надо. Только хрипа не убей моего. Лазерный этот дробаш валит, я тебе скажу. По крайней мере, они меня. Они тебя, да? Поднять, да? Я не знаю, да. Куда он делся? Да, у тебя один шанс. Да, я поднимаю, 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 поднял. Не, в смысле, если собьют, я уже не встану. Ну да. Не встану. Ебать, этот луч хуйчит, Вася! Какой? У него дробо... как дробовик, который стреляет. А-а-а. А ты уже его и собрать успел? Так, вакуум не... урон от холода, вероятность заморозки, задержка зарядки, скорость защиты... зарядки щита. Ладно, лично тут что? Это херня. Так, ну это же не роботы были совсем? Или роботы? Сначала роботы были. Да, это часть глаза. Теперь нам нужно в другой отсек идти. Так, как туда попасть? Сюда? Нет? Похоже, не сюда. Это вот это его дробовик, да? Не его, но у меня так просто такой же есть. А-а-а. О! 28. 48 на 14. Ни хрена себе. Он 14 дроби выпускает сразу. Нормально. Можешь взять и ходить. Да не, я не очень люблю. Жизнь. Во. Just place the pieces in that converter over there. It'll melt down the raw materials and form the prototype eye. An eye converter? That's the dumbest thing I've ever heard of. Why the hell would they make an eye converter? They didn't make it. I did. I was here for a long time preparing this lab for my prototype. This is highly sensitive experimental technology.
Really? Because it looks like a toaster. There it goes. All my hard work finally paying off. We're seeing history in the making. Oh, it's so beautiful. Okay, now pick it up. This is so friggin' hot. Okay, now head back to the main room. We need to plug that baby into the main torso. А вот теперь нам надо идти воткнуть эту штуку в туловище. О. Ну, где-то здесь есть туловище. В главном зале. Flip that latch and the cage should open. Эй, туловище. That's what we're building? I was so close. Пока. Я погружаюсь. It'll pump out a lot of robots, enough to make the difference against Dahl or whatever they are. Oh, it's, looks kind of like a dumpster wrapped in sadness. Hey, no offense. This constructor will be able to digistruct highly complex machines at an unsurpassed rate. Now that's done, we need to mount the torso onto the crane system. Ну, здрасте. Ладно. Да лезь ты, ё-моё. Ой, у меня проблемы. Жмакаем. Oh, bruv, this is really happening. It's working. My old professor said I'd never amount to anything, but she was wrong. And now look at me. You want me inside that thing? I've been wondering about this installation. You know, you could just copy me. It takes a little longer, but it's the same thing, and I'd find it much less terrifying. Exactly how much less terrifying? It's the difference between brain surgery and being scanned. Let me think about it. Нет, ну ты молодца. Сейчас тебя там расплющат. Чего бы это? That's good. Now we need to attach the turrets, then the legs. А там есть щиты какие-то. Добраться до стрельбища для турелей. Боже мой. Сколько можно? А, вот и стрельбище. О, классно. Пони. Опа. Бластер-ускоритель. О, так и бластер. Бластер мне нужен. Turrets just need to be calibrated. I can help prepare the targeting systems. Oh, that's okay, thanks. I've got a faster way to do that. О! Я ж с ним хожу, по идее. Ну-ка. Так, 38, а у него... Все, все. Хотя все остальные характеристики такие. Ух, так он прикольный. Я вообще сейчас тут всех засру. Блин, что-то они жесткие вообще. Наверное, пора брать что-то позабористее. Пока двигаешься нормально. Да я просто с этой какулей бегал. Нормально с пистолетом получается. Вот это нормально, видишь, как только пистолет в руки взял. Раздражительный винтарь.
Громила. Да хара собирать все подряд. Автолуд. Автолуд, блин. Ты набрал там, небось, для меня всякого? Че, гляну, че? Да, я шучу. Так, мод класса Громила. Громила. Один Громила, блин. Да. Так. Не так, а за деньги. Точно. Точно так. Точно. We're so nearly there. Feels like mercenary day. So this is going to be my new home, huh? Not sure I want to move in. Right. The legs are in the other lab. They're still attached to an experimental version of the dial power suit. So you'll need to separate them and get them into the crane system. Нам нужно ноги теперь делать для робота. How about I take over the power suit, then walk the legs to where they can be assembled? Wouldn't that be easier? Hey, that's not a bad idea. I didn't even think of that. It'll be a nice warm-up for you.